Моя семья большая и дружная такая, но казусы частенько случаются у нас. Ведь брат с сестрой бывает порой озорничают и вместе попадают в истории подчас. Однажды в день рождения мой брат изобретение ученого Ньютона случайно повторил. Схватил планшет украдкой и, вытащив зарядку, на мелкие осколки об пол его разбил. Вот лезет он в розетку, с оберткой ест конфетку, пытается у кошки пушинки сосчитать. Потом сестренке Кате он шьет из тюля платье. Катюша самой лучшей снежинкой должна стать. Считаю, без сомнения, все эти приключения в любой семье бывают. Но это не беда, ведь детям, как известно, ужасно интересно все, что их окружает, исследовать всегда.